Перед началом просмотра ролика вы можете подписаться на нашу группу ВКонтакте. Мемы, информационные посты, а также мы регулярно делимся аналитикой предстоящих матчей и их результатами. Подписывайся на нашу группу «Аналитика ошибок» и будь в курсе самых интересных матчей по доте. Ссылочка в описании. Всем привет, друзья, у нас Пати Контент, я буду играть на Урсе, приятного вам просмотра, Барагос играет на Тинкере. Кто это? А, это Вард дали так? Рофл. Нормально начали. Неплохо. А у нас курьер, а курьер? Нормально. Это тактический Вард. Это да. Это чтобы Фурион не прилетел. Да, да. От Манки Кинга, чтобы это курьера не трогало. Так, нам нужен стик на линии и что-то еще, да? Какой-то орбофеном, может быть. Тапочек. Но... Тапочек нужен обязательно. Парни, короче, я подключусь минуты после 15. Да, окей. Да-да-да-да-да. Но они решили не... наглеть вначале, как ни странно, хотя они могли, вроде бы. А, у них гримстрок отвалился. Это хорошо. Анту в пофиг, в принципе. Но мы три руны подняли. Да, Скаймак снизу, я так и предполагал, грим с бристлбеком будет стоять здесь. А кто у них миди? Снайпер. Снайпер? Точно. Хотя никого, а вот есть снайпер. Он заложил так сильно крипов? Что за демон? Да пофиг на самом деле. Класс. Ну как, что, не игра без пауз? Правильно, правильно. Правильно. Паузы есть, матери нету. А ты неплохо. О, они сами отжимают? Да. Прикольно. Ротя твой, наоборот, снайпер, понял? Так, на бока вроде нормально все. Так, план сильно пушится. Я не задонайл. Да, теперь будет пушиться. Руби делай теперь, пожалуйста. Большое. Мешает что-то. Вот так он умирать хочет. Угу. Бей. Ой-ой-ой. Ладно. О, там не хватало все равно. Второй левел и точно убиваем. Умирает все. Да. Сейчас соседи активизировались впервые за долгое время. Походу осень наступила, из спячки вышли. Что у тебя? Почему они грима не захотели ждать? Может, они хотят ливнуть? Будем паузу ставить. А, что было, типа? А, я не смог пройти ролку. Ладно. Да, мне тебе уже много стаков не надо. Там 4 стака уже. Да ничего. Мастики есть еще. Тоже неплохо. Но снайпер мидо страдает максимально. Крипов много. Да, что-то слишком много. Ну ты черт. Меточка большая. Пусть ману тратят. У нас хоть линия стабилизировалась. Да. Не
Все, снайпера прогнал. Так, я раньше крипа украл. Ой, блин. Гейм пришел. Понял. Давай грима мы и убьем. Ой, давай, давай, давай. Сейчас сам видишь. Серьезно? Дебил. Ну, я грим добил. Понял. Понял. Так, тебе не спас принести? Да, выкину сейчас. Так, ну нормально, нормально, нормально. Бейзики скоро будут. Ладно, я отхилюсь. Хорош. Нормально, точно. Нам бы грима как-то. Я думаю, он очень так, сильно наглеет. Давай попробуем его нет, что-то нет. сделать. Не, мне плохо. Я его убью. Угу, хорошо. Он прожал. Какой-то разжопый жук. Так, грим гонится. Я иду. Прожимай. Угу. Хорошо. Правда, он у нас руну отжал. Руны забрал, Изина. Хорош, хорош. А мы две отдали. У нас четвером стоят. Как я его понимаю? Да, каждая игра такая. Бристо вы ебете, слышь, а все к нам приходят. Я с фейзами. Я его снайпера выебал. Выебал. Я его выебал. ХП, ты его видел, алё? Давай, затягиваешься? Ёбать, да. Террорист. Я тебе я его поношенного отдал. Я ему удар остался. Убьем. Поношенного отдал. Я бы там Хекса побегу. Только беги. Не бей его. Хорошо. Ой, батя, 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 батя. Не хватило. Жалко. Я могу на топ выйти в инвизе. Это моя бот. Хорошо. Так, я на базу побегу. Стой на XP. Давай. Я могу на низ прийти, только начните драку. Драку. Пух-хух, сейчас появится. Давай быстрее. Давай быстрее. Иди просто в ногу, иди в ногу. Иди, 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 иди. Ладно, пойдем в башню. Лучше скай бить, скай бить. Ебать ты дурак, блядь. Я тебе говорю, скай... Ааа, блядь, я только время потратил. Пойду в миду джаггер пиздить. А ты вниз не можешь прилететь? Тут наглеют парни, а что-то. Нет, у меня КД. Окей, мне точнее нет. Ладно, нет, фарми. Это что такое, я не понял. Понимаешь? Да. Окей. Давай этого. Они сейчас ливнут, походу. Я даже играть не начал. Какой ливать? Может, она это, как-то их разозлить? Я пойду на базу отхилюсь. Так, апнем стики, возьмем одну кларетку. И в принципе можно взять себе маску и пойти на Рошана. Возьму смог сразу. Ну, арт возьму еще. Сюда джаггер пришел. У джаггера пятый левел. Пятый левел? Серьезно? Да. Да, у него насколько все плохо.
Интересно, Джаггер постоял. Спасибо, что урона забираешь. Я сюда ванну ставлю сейчас. Давай. Ты же не один ботом в команде. Но я мидер, мне не важнее, чем тебе. У тебя ФК, ты можешь гринлэнс взять еще? Я тебе еще раз говорю, мне важнее. Кайф. У тебя ФК нахуй ноль, ебать. Можно у меня три. Убить этого. Если наш. Иду. Давай. О, быстренько, пока никто не видит. Блять. А что, Джаггер всякий фармит, как бы он шестой здесь нет. Он уже апнул шестой, наверное. Наверное. Давай, я могу сейчас взять маску и на Рошана пойти. Я могу тоже мид поставить. У меня есть смок, мы можем с тобой вдвоем туда зайти. Угу, окей. Раз. Зайдешь сюда? Угу. Давай, зай. Ну, погнали. Ну, я думаю, мы, наверное, справимся без этого. Без змей. Да, да, да. Змеи не надо. Змеи понадобятся, если они придут нам мешать. Тогда да, можно будет поставить. А сам баунс. Он ее идет забирать. Давай убьем его. А, ты потратил уже, да? Блин. Да, да, нарушена потратил. Я его. Если будет движение, я поймаю его. Там ТП-шит Скай. Здорово. Джаггер шестой. На крипов перекину его? Да, конечно. Пошли руки его. А чё к нам приходят они нахуй? Хорошо. Здорово. Я на Рошана тогда пойду. Давай, давай. А ты Василишь? Моя, да. Иди сюда, я тебе батл дам. Нормально. Давай, давай. С беленькую, Рош. Сейчас отбью. О, мисы, кстати, не помешают. Дай мне с батла. А. Я вот понял всех. Сори. А я нету, да, еще мисов. Пойду посмотрю, может, баланс есть. Есть такое? Тинки? Не, нету. Точнее, мана нету. Потанчик сразу с тобой. У меня 4 секунды. Отойди, отойди, отойди. Да. Нормально, я уже танчу нормально. О, грим. Все, трава есть. Плюс два крипа. Что это такое? Я не понял, что за наглость. Что это вообще такое? Пау делает, мне нечем сбивать. Пока что нечем, но скоро будет. В принципе, осталось немного. О, дабл дэмэдж. Красиво. Угу, вкусненько. Хорошо. Можем не сломать. Это репорт, я думаю. Это репорт тот сам. Так, ну я думаю. Так, ну да. Я, конечно, понял, почему нам в тот раз было сложно. Почему? Руса, иди вверх, еби. Потому что у нас челики не играли. Ну, у нас просто минер был в команде, как бы. Да. Я змей должен был красить. Сейчас мы того сломаем, я смог прожму. Аркан дам тебе. Пошли. Пойдем. А, Бристлбака убили. Ладно. О, снайпер. Ой, там еще бортану Рика. О, вот это. Я ему хекс дам. Гения. А вот этих давай. Еще. Накинул. Боже, он просто в шоке вообще с того, что происходит.
снайпер есть, надо бы сканирую. Просканировал. Он улетел, ты паузу сделал. Улетел, видимо, да. На миду мразь. А давай вышку заберем просто. Заберу. Можем ты два сломать, у меня эти есть змеи. Давай, пойдем. Снайпер джавелин делает. О, джаггер джавелин. У нас глиф есть на крипов, найс. Под блайдстоуном нормально быстро убьем. Да. Все, у меня готов баштер. Осталось блин купить и все. Пара-пам. Теперь даже есть чем-то ТПС бить. Чем? Не, башню. А, я потом сказал блин. Дай кого-нибудь подсобим. Иду. Брисал на снизу. Не буду сетку тратить. Там еще один. Ладно, сами справляетесь. Крась. Так, пойду-ка я румку выберу, наверное. Что там Бристл Бэга тебя хочет? В каком смысле он? Не хватает урона, к сожалению, пока что. Точнее, и маны, и урона. Летит. Летишь сюда? Опа. Я лечу. Я бегу тоже. Ладно, убивайте. Спасибо. Разрешили хотя бы. Катапульта, я справлюсь. Линзу сделал, будет проще. Там мне не нужна в двойку. Можно первый качнуть. А там КД не уменьшается у тебя? А у нас змейки есть? Да. КД, да, но пофигу. Там фигня вообще. Го тогда. Какое? У нас катапульта как раз вообще идеально. До свидания. Что это такое? Дурак? Парень, это ТП сбили. Паш? Паш? Паш не пропает, ладно. Это чуть назад. Угу. Башню сломали, можно шрайны поломать. Угу. Там Рики режет. Ах, чуть-чуть не хватило. Блин, хорошо. Давайте я с вами. Я тинкер боевой. Слышите, буду бить. ТП не хватает, так скажи. Все, до свидания. Я себя без блинка чувствую каким-то неполноценным. Как будто у меня одной ноги нет. Ладно, пошел на базу, подрегинись. Серьезно? Че такое? Дамеджа мало. Склэпы. Липов не смог добить. Там, слушай, кстати, барак почти упал. А на какой мараша нас забирали, не помнит никто? Не могу сказать. У меня, наверное, 11 где-то. Я бы купил бы блинк и рапиру потом. Хочу рапиру. Ой, брагос. С руки. А что ты лазер ему не даешь? А потому что, когда у меня был лазер, точнее, у меня мана не было на тот момент. Понял. Поэтому пришлось бить с руки. Снайпер? Или здесь снайпер был еще? Найс хук. Жестко.
Все, я готов. Я готов заходить и заканчивать. Смотри, опа. Да, с руки его. Бойцовский клуб. Да, с руки его. Ты... Дай грязь. А, ладно. Конечно. Так, там никто пофармить не хочет выйти. Прям так жестко ты решил зайти. Что это? Я бы ты один, я не, я не пойду дальше. У меня ульты нет. Парни, что-то лагает, пиздец. Я понял. Ну, Джаггер Сультон, да, наверное? По-любому. Да, да. Но он не тратит в последнее время. Ой, что-то пинг просел там вся хуйня. А я ж увидел сразу, так и понял, тебя ж видно, как лагал. Кто там сюда крестится? Ну-ка, успеешь? Ах, не достал. Тут ты ошибся, братан. О, вижу Бристалбека, не вижу преград. Ой. Понял тебя. Пинг что-то. Пинг высокий, появился. Задержка. Давай лазер фул хп, да? Да-да-да-да-да. Оказался умер, потом умер, что-то резко как-то. Непонятно. Пойду Скай терроризировать. Чё-то, чего-то мне явно не хватает. Дезолятора. Рапиры. Мне рапиры не хватает. Надо рапиру фармить. Так. Эх, Вижен бы туда. Было бы да. Идеально. Сейчас поставим. Заказывали? Понял. Опа, ну я сайленс. Че, лута, пока? Ебуан, ну все, блядь. Да, да. Так и есть. Мне бы сейчас не умереть. А я умру. Я умру. Я подсейв у тебя. Ах, одного удара не хватило. Фак. А мне нет. Догрыз. Сдохни, Рик. Слушай, за меня еще и не так уж и много и дали. У меня 0 смертей было. Сколько ты отдал? 800. Почти 900. Ёбаный снайпер, ты блять. Я думал, дадут больше, кстати. Я думал, там тысячи чем-то дадут. Я тоже так думал. Может, дозор взять? Не хватает. 1600-3200. Блин, мне еще много не хватает на самом деле. Не убежишь. Я нарошка пошел. Да, с лавлам, конечно, заметно быстрее. Да, почему он там гуляет человек на хвосте? А, тут же сейчас еще и сыр будет. А, понял. Первое, что схватилось, это был сыр. Они баунти даже не забрали. Угу. 4 секунды, блин. Вот допрыгну до него. Лететь не на что. Ой, это вышка бьет. Ладно.
В бэкдор как-то не очень бить. Блять, на меня! Высос на джаггеру давно. Понял, понял. Что-то вы далековато зашли немного. Да, это спейс, как говорится. Джаггер тогда? Куда, брат? Потом джаггер, давай. Иду. У-у-у. Зачем? Он еще дальше от меня его. Понял. Финальную тычку пришел, дал. Здорово. Иду. Nice. О, снайпер не хочет выйти, интересно. Мне кажется, ему он нормальный. Хочет. Ваш? Спасибо. Ваш? Больше не работает. О, там пуш нормально справился. Эх. Рампашку бы. В одну сторону бегите. Это Эгис, ладно. Пофиг. А, привет. Я сдох, да? Блять, спасибо очень. Ой, ну нафиг так замедляешь. А, не успел! Черт, я хотел забайтить на Сырова. Так, ладно. Думал, сейчас красиво все сделаю. И не успел. А получилось как всегда, да? Ну да. Так и есть. Рякнул. Я готов. А чтобы он подошел поближе чуть-чуть. Это шрапнель дамажит. Ладно, пойдем в сторону ломать. Мне кажется, он ее прокачал даже. Ааа, у меня ультит. А вы поможете мне, если что? Да, не хочется после бэбэка умирать, если честно. Я поставлю змеечек. Макс, ты иди сюда, вот сюда. Угу, спасибо. Прощайся. Здорово. Ворвались на блинках, пацана. Парни. Подхожу, помогите! Подхожу! У этого хуесоса всегда ульт именно на меня есть. Очень бесит. Давай, пуш. Лицо ему, правильно. Так, а что мы делаем дальше? Там крипов нету, к сожалению. Грим уже сдал. Кажется, мы ждем, пока грим придет. А что, нет ульты, да, только на меня тратишь? Мудак. 4 секунды до блинка. Я умер, а только нет, не умер. Пиздайте. Сука! Ну сюда иди. Ну это жирная семья. И там-то два. Ты подождешь, я тебя похиляю. Он обратку просрал. Привет, брат. Почему они не становятся АФК? Почему они выходят постоянно и умирают? Ладно, я ломаю. Пора заканчивать эту игру. Иди нахер. У меня ульта появилась. Можно ворваться. Го?
Есть кто-то еще? Понял. Это ракета с пингом, я чё, не хотел. Пинг дело такое. Ой, пишите ваши комментарии. Спасибо всем за просмотр. Всем пока.